Это день абсолютно точно самый важный для всех казанцев. Ведь столица республики наконец-то принимает долгожданный матч. Австралия-Франция. Огромное количество туристов, но все боятся той самой последней мили. Не знают, что их ждет, что за испытание, и чтобы его облегчить. Уже возле метро Козья-Слобода работают прекрасные девушки-волонтеры. Расскажите, где находятся шаттлы, которые доставят меня до последней мили? Вон там вот, на остановке. Зрители матча Австралия-Франция на стадион доставляют сразу 48 шаттлов. Они отправляются с остановок Кремлевская и Козья-Слобода. Курсируют они очень часто, с интервалом примерно 3 минуты. Кстати, вот один из таких шаттлов подошел прямо сейчас. До долгожданного матча остается меньше получаса, и мы видим, что шаттл совсем полный. Давайте прямо сейчас пообщаемся с некоторыми зрителями. Комфортно вам добираться до стадиона? Очень удобно, очень комфортно. Мы приехали с Нижнекамска, то есть спокойно добрались на метро. Метро было абсолютно для нас бесплатным. В прекрасной компании с любителями футбола мы подобрались еще ближе к стадиону. И надо сказать, что этот путь составил не так уж и много времени, всего 5 минут. Очень комфортно и, самое главное, без пробок. Пойдемте дальше. Добро пожаловать. Дорога на последней миле кажется не такой уж и долгой благодаря вот таким вот прекрасным девчонкам-волонтерам. Безусловно, сегодня самый счастливый день для всех пешеходов, потому что вся дорога сегодня только для них. Ну и, как видите, мы уже практически пришли к стадиону «Казань-Арена». Очень интересно, какие меры безопасности там сейчас перед матчем. Дорога последней мили мне показалась достаточно длинной, но хорошо, что здесь есть волонтеры. С ними путь кажется короче. Хочу сказать, что путь до стадиона не вызвал никаких проблем. Сначала бесплатно довезли на автобусе, а на последней миле я и сам размялся перед матчем. Я думаю, потеряться в Казани просто невозможно. На каждом шагу стоят помощники, которые подскажут дорогу даже на французском. Продукты питания, вода, а также колющие и режущие предметы. Все это зрителям футбольного матча нужно оставить в специальной камере хранения. Ну и уже потом налегке можно отправляться наслаждаться футбольным матчем. Добро пожаловать в Казань на чемпионат мира по футболу! Даже после окончания футбольного матча футбольные болельщики не спешат уходить с Казани-арены. Французы ликуют, они победили сегодня со счетом 2-1. Ну и, конечно же, как этим ребятам добраться по домам, им сегодня подсказывают волонтеры. Но, кажется, они уходить отсюда не собираются, они просто счастливы. Наша сборная заслуженно победила. Видимо, ваш город принес нам удачу. Мы невероятно счастливы. Австралия и Франция выдали супер матч, а стадион и весь город в целом просто идеальны. Франция и Россия! Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Россия вперед!